10 еврейских мудростей, без которых ты точно пропадешь. Пока коза хвостом не затрясет, козел к козе не подойдет. Если пойдешь в люди, то узнаешь, что творится у тебя дома. Люди часто забывают, кто поставил их на ноги, и начинают лезть на голову. Кто очень важничает своим прошлым, тому нечем похвастаться сегодня. Если базар дешевый, то тратишь все деньги. Когда дует ветер, то выше всего летает мусор. Когда не додумывают головой, докладывают из кармана. Чтобы прослыть невоспитанным, достаточно сказать правду. В момент смертельной опасности никогда не идут за большинством.